Всем привет! Покажу вам небольшую хитрость, как закрепить простыню на матрасе, чтобы она не сползала. Стелим простыню на матрас и переворачиваем. Пришиваем к углу простыни бельевую резинку. Натягиваем резинку через матрас и пришиваем к углу по диагонали. Повторяем все то же самое и с двумя другими углами. Еще можно пришить резинку и посередине, но тогда придется матрас вдевать под эти резинки. Переворачиваем и наслаждаемся сном. Простыня держится на матрасе хорошо и двигается только вместе с матрасом. На этом все. Пока!